Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня я вам покажу, как сделать из бумаги кораблик, который не тонет. Для этого нам понадобится сам кораблик. Если не знаю, кто как делать такой кораблик, то у меня есть в предыдущих видео. И вот ссылка на экране есть. Нажимайте туда и смотрите видеообзор, как его сделать. Теперь его дальше мы будем его усовершенствовать. Чтобы сделаем, чтобы он не тонул в воде. Для этого нам понадобится скотч широкий и ножницы. Так, нарезаем скотчем, нарезаем скотча полоски. Кораблик мы пока уберем, не нужен. Где-то вот такие. Так, ну сейчас я третью дорежу и покажу, как все дальше это будет делаться. Берем наш кораблик, берем отрезанную полоску скотча и обклеиваем наш кораблик. Вот эту дырку вообще нежелательно ее заклеивать. Ну, еще одну полоску. Теперь приклеим ее лучше вот так, я думаю. Это будет лучше. Еще можно положить сюда вот внутрь пенопласта, и тогда можно заклеить скотчем, это будет еще лучше. Ну все, у нас вот такой получился кораблик, вот мы обклеили. Сейчас еще вот третий кусочек у нас остался, обклеим еще вот здесь чуть-чуть. Ну и все, у нас получился теперь кораблик, который не будет тонуть в воде. По весне можно запускать его в ручейке. На этом у меня все. Думаю, понравилось вам видео. Пока.